Слушай, ты справился с этим невероятно сложным заданием. Да. Но есть еще один раунд. Готов показать дальше свои способности и знания? Угу. Мой коллега Андрей Даманский приготовил для тебя сюрприз. Смотри сюда. Вырезай. Смотри, в каком он заточении. Даманский очень просится на волю. Я бы, конечно, его там подержал еще чуть-чуть. Даня! А я подпустил. Ну тогда все в твоих руках. Даня, ты же добрый мальчик. Да. Чтобы меня спасти из клетки, если, конечно, ты хочешь спасти меня из клетки, ты должен ответить на три драконьих загадки. Загадки о самых ядовитых камнях в мире. Если ты не ответишь на эти загадки, дракон вернется и превратит меня в драконсбургер. Вот как вот этого товарища. Ты мне поможешь, добрый мальчик? Да. Хорошо. Тогда, Даня, беги сюда быстрее. Беги, беги, беги. Даня, смелый мальчик, ты готов? Да. Отлично. Тогда слушай первую драконью загадку. Этот ядовитый камень состоит из тысяч маленьких кристалликов. И для человека очень опасно их вдыхать. Что это? Что? Асбест! Дракон, это асбест! Правильно. Да! Ты отгадал мою первую загадку. Даня, дай нам пять! Даня, дай нам пять! Дай нам пять! Смотри, ты видишь, ключик от клетки моей золотой чуть-чуть опускается. Если ты ответишь на все пять загадок, он опустится, ты сможешь меня освободить. Внимание, следующая драконья загадка. Этот ядовитый камень состоит из сталия, свинца и мышьяка. А назван в честь ученого из Кембриджского университета. Назови его. Даня, назови. Лучше стоит! Правильно. Ты отгадал мою вторую загадку. А как еще раз называется камень? Лучше стоит! Уважаемый товарищ дракон, сейчас вашему заклятию конец, как говорится. Сейчас третья загадка. Внимательно, Даня, слушай. Да, готов. Дракон, давай. Это самый ядовитый камень в мире. Из него добывают ртуть. Его название переводится как «кровь дракона». Кровь дракона. Киноварь. Киноварь. Правильно. Правильно. Ты отгадал все мои загадки. Да, ключ твой. Даня! Ты меня освободил! Ура! Данюша, хватай ключ! Хватай ключ! Отстегивайте ключ оттуда. Вот. Смотри, вот ключ. Спасибо. Давай. Давай! Ура! Заработала! Спасибо! Спасибо, Данька! Спасибо! Ты знаешь, Даня, вот пока я сидел в клетке, а дракон загадывал тебе волшебные загадки, мои друзья-гномы и твоя бабушка тоже не сидели сложа руки и сходили за волшебной, удивительной, практически золотой медалью. Да, это медаль, которую мы вручаем всем, кто круче всех. А ты, Даня, действительно круче всех. Итак, медаль в студию! Данька! Сейчас мы тебе медаль дадим. Молодец! Да вы так его? Вы его научили? Молодец! Смотри, так, медаль. Стой спокойно, медаль. Круче всех. Умничка! Даня Орлеоглах! Круче всех! Мальчик с большим сердцем!